Ребята, всем большой, огромный привет! Кушаем с вами сегодня доширак, обжаренная индейка, салатик и яйцо. Мой обед. Это бутик у меня с пастой, с крем-фиш называется, с креветкой. Доширак просто у меня с овощами, я приправу не ложила. Это у меня индейка. Стейки индейки. Брала в этом, в светофоре. Доширак не в коробочках, а в пачках. Индейка, мясо темное, вот получается такое. На кости. Ну как? Было написано, что голень типа. Вчера пожарила себе 3 стейка. Сначала потушила в воде, потом немножко обжарила. Жарю на кокосовом масле. Дала попробовать Насте. Она ей не понравилась, она говорит, невкусная. Алёша попробовал с удовольствием, говорит, вкусно. И мне понравилось. Короче, надо резать. Господи. Надо купить новый поднос. Этот маленький мне не влазит на тарелки, ничего сюда. Поднос или доску взять. Секунду, ребят. Сегодня, короче, с мамой ездили в город. У меня пуховик. Я села в машину. Телефон, короче, у меня. На присоску вставится, ну, присоска к стеклу. Туда ставится телефон в машине. Я, короче, тянусь к этому стеклу, чтобы туда поставить телефон. А у меня сзади куртка. По шву. Думаю, вообще нормально. Хорошо, что есть другая куртка новая, которая парка. То хочу есть вообще. Ребят, спасибо большое, что подписываетесь. Смотрите, комментируйте. Это мне очень, для меня очень важно. Я вам всем очень рада.
Такие кости я собаке не даю. Потому что порвет себе желудок. Покалечит. Это трубчатые кости. Ни в коем случае. Ребят, если вам что-то интересует вас, вы меня спрашиваете. А я обязательно буду отвечать на ваши вопросы, что вас интересует, что бы вы хотели узнать. Почему завела канал на Ютубе, допустим, да? Вот. Ну, потому что мне скучно. Мне нечего делать. Я сижу дома. И вот, решила поснимать. А потом стала втягиваться, втягиваться. И уже это как мания величия началась. Хочется все больше, больше, больше подписчиков. Это уже, да, это вообще затягивает очень, как болото засасывает. Главное не останавливаться. Если остановишься, все. А значит, ты слабый человек. Я не считаю себя слабым человеком. Я вообще по сути своей, как это, как борец. Борюсь за жизнь, за свои права. Почему индейка такая темная? Это же не дичь. Позвони в Костя. Она не похожа на куриное мясо. Остался месяц до Нового года. Всеми любимого праздника. Она жестковатая, кстати. Между прочим.
У меня тут объявился один клоун залетный на канале. Который меня поливает грязью. Жестко причем. Как будто я у нее, это женщина или, я не знаю, может быть, это мужик. Может быть, это малолетка. Запасы. Обзывает, обзывает по-всякому вообще. Матами кроет. Как я ее достала? Чем интересно я могу ее... Ну, я до ее достала, вот я понять не могу. Как я ее бешу. У меня аж зубы скрипят от злости. Нет, я ее не баню. Пусть пишет. Пусть у нее жопу рвет от злости. Только какую, я вот понять не могу. Она, короче, мне пишет. А ее комментарии YouTube отфильтровывает, ну такие оскорбления, конечно, он, ну, у меня стоят фильтры на комментарии. Потенциально недопустимые комментарии, короче, он не опубликовывает. А мне в уведомлениях я вижу этот комментарий, я его прочитать могу, но ответить не могу. Я читаю. У меня волосы дыбом встают. Что я сделала плохого человеку? Вот понять не могу. Маргарита, Маргарита, если ты будешь смотреть, скажи мне, пожалуйста. Я тебе что, 5 копеек с прошлого года не вернула или что? Ты какая-то больная, походу, на голову. Недалекого ума. Типа я такая тварь, мразь, сижу жру, как я ее бешу. Не так смешно. Больной человек. Пускай пишет. Говорят же, благодаря хейтерам канал процветать начинает. Банить никого не буду. Пишите. Что хотите. Только не оскорбляйте, потому что YouTube это не пропустит. А будь здоров. Все. Было все очень вкусно, очень замечательно. Бич-пакет на славу залетел. Спасибо, мои дорогие, что подписывайтесь, смотрите, комментируйте. Всем буду, всем очень рада, всем благодарна. Всем пока-пока.